Для торжественного награждения приглашается Эдуард Валерьевич Осолодков, горный мастер шахта «Центральная». Долгат Максимович Кирбаков, электросварщик шахта «Центральная». Александр Александрович Морозов, прапорщик шахта «Восточная». Рабочих шахта «Восточная». Паша, молодец. Наталья Анатольевна Манаренко, машинист крана «ЗИФ». Татьяна Викторовна Нежимина, аппаратчик. Смотри, не убеги тут. Наталья Васильевна Спожарина, аппаратчик «ЗИФ». Дмитрий Павлович Полевов, главный энергетик ВЗСО. Виктор Юрьевич Белинский, слесарь ВЗСО. Также приглашаем Оксану Юрьевну Евдокимову, концентраторщик ПЗЦО. Николай Васильевич Радюк, водитель погрузчика АТЦ. Дмитрий Николаевич Смолева, водитель АТЦ. Дмитрий Петрович Жуков, водитель АТЦ. Игорь Вячеславович Коротнев, старший смены службы безопасности. Андрей Андреевич Куразаев, электрослесарь.